Ребят, всем привет! Меня зовут Насырова Екатерина, и я профессиональный фотограф. И сегодня в видео мы рассмотрим, как быстро сделать эффект размытия для эстетичных сторис. И сейчас вы увидите несколько примеров использования размытия в сторис, которые я нашла в Пинтересте. Как вы можете заметить в примерах, сторис с размытием часто сочетают с красивой типографикой, с использованием иконок и красивых полосочек, что является трендом 2022 года. Такие фотографии будут отличной перебивкой ваших сторис и разбавят ваши повседневные видео. Итак, мы рассмотрим два варианта создания сторис в приложении PixArt и приложении Blur Photo. Если вы изначально пользуетесь PixArt, то, конечно, можете пользоваться им, но если вы им не пользуетесь и вам нужно маленькое приложение только для размытия, то я предлагаю скачать Blur Photo, потому что оно весит 27 мегабайт, а PixArt 180. Под видео я поделюсь ссылками на PixArt и Blur Photo для скачивания приложений из App Store. А теперь давайте посмотрим, как создавать эффект размытия. Сначала рассмотрим приложение Blur Photo. Вот его главное меню. Нажимаем «Размытие» и выбираем фотографию. Тут мы можем выбрать обрезку фотографии. Нажимаем на «Оборот» и далее нажимаем на «Эффект». Тут мы видим, что установлен стандартный эффект Blur, и мы можем менять яркость и степень размытия фотографии. После установки настроек, которые вам нравятся, нажимаем «Далее», иконку сверху для загрузки и готово. Фотография сохранена в ленту. Следующий вариант – это приложение PixArt. Выбираем нужное изображение в меню «Фото». И тут также мы можем применить большое количество инструментов. Ну а чтобы применить размытие, нажимаем «Эффекты» и «Блюр». Чтобы изменить настройки размытия, нажимаем на «Блюр» еще раз. И тут мы также можем менять степень размытия. А резкость я бы не трогала. Нажимаем «Готово», «Далее» и нажимаем «Сохранить», «Загрузить фото». Все, фотография сохранена в ленту. Вот такой интересный и приятный эффект. Желаю вам много эстетичного и классного контента в Instagram. И спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.